Как предотвратить возможные заболевания с первых дней жизни ребенка и какие факторы отрицательно влияют на его здоровье? Об этом нам рассказала заслуженный врач Карачаева-Черкесии, руководитель отделения патологии новорожденных Республиканского перинатального центра Фатима Хубиева. С ней беседовал Али Баташев. Первым и главным условием здоровья ребенка, по мнению заслуженного врача республики Фатимы Хубиевой, является питание по возможности натуральными продуктами и отсутствие вредных привычек у родителей. Отказ от курения, алкоголя, наркотиков в пользу здорового образа жизни. Сидячий образ жизни, зависимость от уже теперь и от телефонов, и от игромания. Вот это все с этого все и начинается. Вот у таких родителей здоровое потомство не может быть. Это способствует не только недонашиваемости, но и если беременная женщина будет иметь вредные привычки, можно столкнуться и с новорожденным, который уже имеет синдром отмены, если мама потребляла наркотики. Влияние вредных привычек у отца такое же, как и у матери тоже. А после того, как младенец появился на свет, главным фактором, влияющим на его здоровье, является грудное вскармливание, если нет противопоказаний, а также совместное пребывание матери и ребенка. У нас в перинатальном центре, уже в родзале, если на то нет противопоказаний, а такие противопоказания единичные родившегося ребенка, уже в родзале первые полчаса прикладывают к груди матери, чтобы младенец, появившись на свет, получил капельку молозива. Молозива – самая ценная часть грудного молока, которая содержит антитела от всех практически заболеваний, которые перенесла в свое время мама. Небезопасным для здоровья малыша может быть использование национальной люльки, предупреждает врач. Национальные люльки использовали испокон веков, но тогда не были доступны такие вещи, как коконы. Но не все было изучено в медицине. И вы знаете, в люльках очень часто синдром внезапной смерти. К сожалению, такие случаи и по сей день бывают в аулах, в селах. Правильная гигиена и уход, наличие необходимых прививок, своевременное лечение, основанное на достижениях медицины – это главные условия, чтобы будущий гражданин страны был здоровым и счастливым. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия.